Открытие новых отделений и установ аховы здоровья у Тымлику областной детячей больницы, поляпшение техничной оснащенности и укоронение сучасных методик и технологий. Галина аховы здоровья Гомельской области подвела выники работы у 2018 году. С подробязностями наш корреспондент Марина Джалая. По основных медицинских и демографичных показчиках Гомельская область занимает третье место сярод регионов Украины. Дитячая смяротность стала меньше на 20%. Активно ведется работа по повышению якости и доступности медобслуговывания, у тым ліку на першесном узроўні. Поширается институт врачов агульной практики. Зараз в области вага таких специалистов сярод участковых терапевтов больше 71% при метовым показчику 55%. Протяг этой работы – потребование часу. Нужно идти по развитию врача общей практики. Это, наверное, на современном этапе направление, которое нужно реализовывать, поскольку подготовка таких кадров даст возможность прежде всего приблизить оказание медицинской помощи, доступность медицинской помощи на первичном звене, и в отдаленных населенных пунктах. Здоровье населения – это одна из основных, основополагающих факторов социально-экономического благополучия. И в этой связи благодаря этому контролю и такому вниманию, и прежде всего председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимира Андреевича Дворника, его заинтересованность в развитии материально-технической базы, как вы сказали, его заинтересованность и контроль профилактической направленности отрасли, его заинтересованность в организации медицинской помощи способствовали тому, что на протяжении ряда лет достигнута стабильность основных медико-демографических показателей здоровья населения Гомельской области. Хворобы системы кровозвороту – одна из главных причин смертности людей по всем свете. Тому особливая увага к этому накерунку. Гомельские кардиохирурги на данный момент освоили амаль увесь спектр оперативных вмешательств. На треть взросла колькость операций на открытым сердце. Дякуючи новому обсталяванию, диагностика стала еще больше эффективной. Як выник, смертность от хвороб системы кровозвороту сирот працездольного насильництва снизилась амаль на 5%. У перспективе поширения сетки специализованных кардиологических центров. Хутка у Мазырской центральной городской больницы открылся межрайонный ангиографичный кабинет. На сегодняшний день проведены строительно-монтажные работы в Мозыре. Вот буквально сегодня осуществляется поднятие ангиографа и будет его инсталляция. А перспективой 2019 года открытие полноценного межрайонного кардиологического интервенционного центра. Крайне необходим такой же межрайонный центр в Жлобине для того, чтобы приблизить специализированную кардиологическую помощь, такую, которую имеют, приближенно имеют жители города Гомеля. Сярод приоритетов галіны аховы здоровья в области на 2019 год – поляпшение системы першесной и специализованной допомоги, а так само удосконаление контролю за оказанием медицинских послуг у вогуле. Наиболее значимым элементом развития системы в 2019 году обозначил создание отдела качества оказания медицинской помощи с 1 марта 2019 года на базе учреждения Гомельская областная МРЭК, что в первую очередь направлено на системный подход к экспертизе и оценке качества медицинской помощи во всех организациях системы здравоохранения Гомельской области и в целом Республики Беларусь. Максим Савин, Марина Джала, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».